BMW Джина. Она способна менять свой внешний вид благодаря специальной и инновационной конструкции, а также использованию уникального материала, которым обтянут автомобиль. В основе кузова алюминиевая рама, а вместо обычных и привычных нам панелей из металла здесь используется материал спандекс, покрытый полиуретаном. Он натянут на металлические части автомобиля, которые благодаря электроприводам могут двигаться. Так как материал еще и полупрозрачный, то задние фары видно только тогда, когда водитель нажимает на тормоза. С передними фарами еще интереснее. Они открываются, как глаза у людей, приподнимая веки. Невероятно, но фары могут даже подмигнуть.